Необычную находку обнаружили в одной из машин на Нижегородском автосервисе. Этот автомобиль с московскими номерами пригнали из столицы нашей родины. Каково же было удивление, когда вместе с карбюратором и аккумулятором под капотом машины нашли живое существо. Когда снимали бампер, он обнаружился на защите, на самой пыльной, холодный, грязный. Кота обогрели, помыли, накормили и решили оставить его в автосервисе. Теперь усатый носит гордое имя Магеллан. Так как машина издалека приехала, поэтому назвали его кот-путешественник Магеллан. Сотрудники автосервиса души не чаяли в Магеллане, но когда для путешественника нашелся новый хозяин, его отдали в добрые руки.